Бывает такое то, что человек, например, попросил два раката намаза, прочитал, восхвалил Аллаху Субхану, это дуа сделал, время еще осталось, говорит, что просить, говорит, не знаю. Все попросил уже, что еще попросить? Как мне просить? Тогда хорошо, проси, не знаешь, восхваляй Аллаха. Возьми, 100 раз скажи астагфируллах, 100 раз скажи ля хавля ва ля куввата илля биллях, Аллаху акбар. Какие еще откары? Субханаллаху бихамди, субханаллахи азим и так далее. Проси те вещи, что просил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Что просил Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Вы знаете, у каждого из вас есть какой-то определенный дуа, который он любит больше всего. Правильно? Кто-то, например, что просит? Аллах, дай мне хорошую супругу, чтобы жениться, иншаллах, чтобы праведная жена была. Аллах, дай мне, иншаллах, праведного мужа. Кто-то просит, например, кто уже женатый, дай мне праведных детей. Дай нам, альхамдулилля. Наверное, кто-то тут уже познакомился, поженился, нет? На умру кто ездил? От шейха. Получили подарок? Вы? Замуж вышли? Машаллах. Машаллах. Барак Аллах фикум. Иншаллах, еще тоже есть время, еще 3 дня еще есть возможность. И поэтому кто-то, например, говорит, я люблю вас за своих детей просить больше, чтобы они там поступили, были успешными. Кто-то говорит, я прошу, чтобы хорошую там работу получить, должность. У супруги, у самого лучшего, любимого раба Аллаха, у Аиши, радаллаху анха, супруги самого любимого раба Аллаха, посланника Аллаха, спросили, «Ма кана актар дуа ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям?» А что больше всего просил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Кто знает? Умму. Нет, что просил? Погромче. Я мукаллиб аль-кулуб, саббит кальби аля динь. О Аллах, о переворачивающий сердца людей, укрепи мое сердце на твоей религии. Субханаллах. Когда задумаешься, братья и сестры, субханаллах, думаешь, тот человек, которому Аллах все грехи простил, и он что просит у Аллаха? Укрепи мое сердце на твоей религии. Ахи, брат мой, неужели посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся, что Аллах его сердце не укрепит? Почему он просил это? Спросила супруга, его супруга Аиша, радиаллаху анха, удивилась и сказала, «У анта я расулаллах тахша аля нафсик». Ты боишься за себя, посланник Аллаха, что Аллах твое сердце не укрепит на религии Аллаха. То есть, если не твое, тогда чье? Знаете, какой был его ответ? «Вама юдрика я бинту суддик, фа инна кулубу л'ибад байна усбу'ин мин асаби ар-рахман юкалливуха кайфа яша». Откуда ты знаешь, дочь Абу Бакра? Поистине сердца всех людей, и мое в том числе, принадлежат Аллаху, как пожелает он их переворачивает. Поэтому бывает, вот это просите дуа. Мы сегодня, альхамдулилля, с вами благи, братья и сестры, постимся так, на таком пути Аллаха, молимся вместе. Аллаху а'лям завтра, что с нами случится. Мы не знаем, на чем мы уйдем из этой жизни. Аллах, я не буду имена говорить, но знаете, там один блогер, который там, альхамдулилля, и в Медине учился, и, альхамдулилля, на пути Аллаха был тогда, оставил намаз, супруга хиджаб снимала и так далее, субханаллаху. Аллах переворачивает, хотя такой упорный был в религии. Один был такой Абдулла Наджди в Риаде. Шейх бин Бас, рахмаллах, муфти судьи, всегда его хвалил и так далее, призвал к Аллаху. Потом поехал на запад, оставил, стал мульхид, стал безбожником, атеистом. Субхану. Были такие, правильно, один у нас человек, тоже брат с нами учился, Куран Хафиз, в Саудии учился, Куран Хафиз, такие знания и так далее. В голову у него пришло шубха, сомнение, засомневался в вопросе предопределения. Чуть с ума не сошел, оставил намаз, все оставил, Коран, все забыл. Мы не знаем, на чем мы умрем, братья и сестры. Поэтому что? Инна аль-ибру биль-хаватим, инна ма'альма биль-хаватим. Аллах смотрит на последние дела. Дальше просим, что Аллах, сейчас я, альхамдулиллах, на твоем пути. Сделай так, чтобы мое сердце до конца моей жизни было на твоем пути. Потому что страшно, самое страшное, религию потерять. В Аллахе ни имущество, ни богатство, ни кого-то, даже ни близких. Самое страшное, Аллаха потерять в своем сердце. Поэтому просите Аллаха это дуа. Также последняя дуа, и на этом закончим, иншаллах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, представляете, поднял руки к Аллаху и сказал, Аллахумма, инни а'удзу бика мин завали ни'матик, ва тахаввуля афиятик, ва фуджаати никматик, ва джами'а сахатик. О Аллах, я прибегаю к тебе, мин завали ни'матик. Я прибегаю к тебе от того, чтобы ты не забирал ту милость, которую ты мне даровал. То есть ты мне дал ислам, не забирай от меня ислам. Ты мне дал иман, не забирай от меня иман. Ты мне дал родителей, ты мне дал детей, ты мне дал, альхамдулиллах, барака. Ты мне много чего дал, Аллах, субхану, это Коран дал мне. Пост, возможность поститься.
Альхамдулля, такой нрав дал мне, не забирай эту милость от меня, я Аллах. Первое. Второе. Фуджа'ати никматик. Фуджа'ати никматик, это знаете, что такое резкое какое-то быстрое испытание. Какое-то, какая-то такая проблема резкая, какой-то такой вот, знаете, какой-то несчастный случай резкий и так далее. Я вам приведу пример. Это живая история. Часто его привожу, но дело, чтобы в этом пользу еще было. Я сам с города Ульяновска. У нас есть один человек там. У него один раз он, когда возвращался домой, его угостили грибами. И он пришел домой, положил на стол его супруга, его две дочки. Одной, если не ошибаюсь, было 12 лет, другой 9 лет. И грудной ребенок. Отравились грибами, субханаллах. Съела супругу, сразу умерла. Две дочки сразу умерли, он последний скушал. И выпил рассольник, его на скорой помощи увезли в больницу, в реанимацию. Пока он в реанимации лежал, остался грудной ребенок, мальчик. Его родители забрали его к себе, этого ребенка. Пока он лежал в реанимации, пожар случился у его родителей, сгорел дом, родители умерли и грудной ребенок. Ильду собой. Он возвращается домой, говорит, субханаллах. Я, говорит, повеситься хотел. Тогда в намазе не было. Говорит, я повеситься хотел. Что, как мне жить? Родители сгорели, ребенок сгорел. Жена умерла, две дочки умерли. Я, говорит, субханаллах, он говорит, я прихожу, говорит, помню тот день, когда мы за столом сидели, крошки даже, которые кушал хлеб моя дочка, я, говорит, это все брал и нюхал, ее запах хотел почувствовать. Захожу в дом, захожу, пусто в доме, никого нету, семьи нету, один остался, субханаллах. Беру пижаму своих детей, нюхаю и плачу. Говорит, вот невозможная такая боль. Ну что, Аллах Та'аля ему дал, иншаллах, пройти это испытание. Поставил через это его на намаз. Альхамдулля, он женился, у него еще дети есть. Сейчас, альхамдулля, он с поклоняющих людей работает на маршрутке. Когда мы на Таравиф там еще ходили, там он всегда такой садака делал. После намаза стариков, бабушек, дедушек сажал на маршрутку и домой развозил бесплатно. Такой садака делал. Поэтому вот такие вот быстрые испытания. Я один раз пошел в больницу, попросили навестить 18-летний парень. Здоровый такой спортсмен. Я говорю, что у него, господи, ходить не может. Я говорю, что случилось? На ровном месте после спортзала зашел в душ, после тренировки поскользнулся и упал, позвоночник сломал. Все, ходить больше не может. Вот это за фуджа'ати никматик. То есть резко что-то. Ты идешь, вот, спускаешь на работу, нечаянно поскользнулся, упал, ногу сломал. Или еще что-то там, спину сломал. Или что-то такое, в аварию попал. Или еще что-то. Вот просите вот этого Аллаха субхана дуа, чтобы Аллах отдалил вот от таких вот резких испытаний. Потом тахавуля афиатик. Аллах, я прибегаю к тебе. От того, чтобы ту милость, которую ты мне дал, не забирал. Ты мне дал два глаза. Я прибегаю к себе, чтобы ты не забирал у меня этот глаз. Ты мне дал две руки, две ноги, два уха, разум. То есть не забирай это, Аллах Субхану Та'аля. И джамия сахатык. Я прибегаю к тебе от всего того, что может тебя вызвать твой гнев по отношению ко мне. То есть, субханаллах, вкратце я сказал, прибегаю к тебе. Аллах, не делай меня в тех местах, где бы ты меня не хотел видеть, и Аллах Та'аля, дай облегчи мне быть в тех местах, где бы ты был доволен мною. О Аллах, Субхану Та'аля, вот это есть вкратце богобоязненность. О Аллах, не делай меня, то есть не давай мне возможность быть в тех местах, где бы ты меня не хотел увидеть, и дай мне возможность оказаться в тех местах, где бы ты был доволен мною. Поэтому дай Аллах, Субхану, что принял от нас, от вас, чтобы мы все с вами были обитатели рая, чтобы Аллах, Субхану Та'аля, дал нам следующие года также, альхамдулиллях, вместе проводить так Рамадан. Много лет еще, чтобы встречать Рамадан, иншаллах. Чтобы Аллах баракат дал, иншаллах, всем нам. Те, кто не замуж не вышли, вам, иншаллах, праведных мужей. Кто не женатый, праведных жен. Поэтому пока нашла такая возможность, есть шейх Рамиль Хазрат Гайнуддин дал такой подарок на умру поехать. Пока еще у вас тоже есть возможность познакомиться, пожениться, никях прочитать. 5 минут мы мечети, иншаллах, будем только рады, бидмилля. Баракаллаху фикум. Вам джазакаллах хайр, вам валлахи. От всего сердца, сестры, братья, то, что всегда вас приносите, угощаете сами. Субханаллах, не успеваете, на ходу ифтар делаете, за нами смотрите. Вот так вот, машаллах, пускай Аллах Таля своей милостью вас всех, иншаллах, покроет, иншаллах, бидмилля, субханаллах. И вас Аллах накормит из рук посланника Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, в высшей степени рая. Иншаллах, аминь. Джазакаллах хайр. Ассаляму алейкум.